Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Уральский циклон смещается на Среднее Приобье, а его теплый сектор расширяется на восток до Енисея. Далее о погоде более подробно. В Новосибирске 17 декабря мокрый снег, метель. Ветер юго-западного направления 3-8, днем порывы до 10-15 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха составит минус 10-12 градусов, в дневные часы ожидается 2-4 ниже 0. А теперь о погоде в последующие дни. 18 декабря мокрый снег, метель, ночная температура 3-5 ниже нулевой отметки. В светлое время суток синоптики прогнозируют повышение температуры до 0 минус 2 градусов. 19 ночью пройдет небольшой снег и минус 6-8 градусов. В дневные часы осадки прекратятся. Температура воздуха составит 2-4 ниже 0. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я с вами прощаюсь и желаю отличного дня!